Пока-пока, паровой утюжок. Покажи. Приноси радость, новая хозяйка. Что ты хочешь посмотреть? Туда же мы и отправим этот фартушек, да? Куда? Тете, которая выиграла этот паровой утюг. Давай мы закроем тут, как он тут закрывается. Это пылесос. Нет, это не пылесос. Это что, большой утюжок? Да, большой утюжок у нас тут стоял, мы его подарили. А это мне одной. Еще нужно. Зачем это тебе нужно? Ну, я поиграю, либо я отдаю детям, хорошо? Мам. Здесь поиграй и здесь оставишь, хорошо? Да. Хорошо. Вот так дети любят эту игрушку. Напоминаю, пока что мне еще никто не написал, что она кому-то нужна. Поэтому она будет еще моя. Да. Поэтому пишите в комментариях, если вашему ребенку нужна такая игрушка. И мы ее отдадим. Да, Радамир? Да. Там можно учить цвета, разные звуки и разные формы. И как раз вот это вот сорты. Ты что, Радамирчик, я не расслышала? Ну там тебе мамка, да, мама? Да, что ты говорил? Помнишь свое детство? Ну да. Понятно. А сейчас ты уже вырос? Да. Понятно. Девочки, также напоминаю, что еще у меня вот такие вот книжечки ждут это своего кольцо? Обладателя. Нет, Радамир, это не кольцо. Вот чтобы такие мяч вот. Туда, нет, это не чтобы мяч, это для кормления собак. Это мы тоже скоро будем раздавать. Вот, вот такие вот прекрасные книжечки это про что, маленького цыпленка. Для маленьких собак это? Нет, для больших. Вот про свинку, коровку. Тут тоже про приключения коровки маленькой. И вот такая вот игрушка «Различаем цвета». Уже не нужно. Да, Радамир у нас такое не очень любил. Он в основном наклейки клеит. Поэтому ну, давайте посмотрим. Так, тут не порисованная. Или я даже ее прозевала, и мы уже цвета выучили. Я решила не рисовать в ней. Тут как не порисовано. Мальчик, а тут выложу, не порисовано. Мама, смотри, там дядька Жеш на забор. Так, тут... В смысле? А, то не на забор, Радамир. Это дядька, он дом ремонтирует у соседей, а не на наш забор залез. Ой. А на забор, так, значит, тут все хорошо. Забраться. Нет, могут забраться. Это очень плохо, если кто-то полезет к нам на забор. Надо будет полицию вызывать. Вот, да все. То есть она практически новая, но чуть-чуть потяганная. Ну, на соседние только соседи могут лазить, чужие люди тоже не должны. Девочки, Настя моя сегодня уехала к бабушке с дедушкой, и весь день она убирала. Сейчас я вам покажу, я сейчас зашла в ее комнату, и я была впечатлена тем, как она убрала свою комнату. Сейчас я вам все покажу. Уборка в стиле Настя. Вот это вот куча. Куча вообще меня вообще поразила. На столе порядок, на одном столе порядок, на втором столе порядок. Ну, вообще, вещи все в шкафу аккуратно развешаны, да, вот. Ребенок весь день убирал в комнате, да, он на столе убрал. На одном столе, на втором, на всех постель у нас заправлена, ну, все идеально. Давай. Надо кушать, потому что я тебя отнесу котам, и они тебя накормят. Давай. О, давай. Отлично, молодец. Так, ну ты. Ты думаешь, ему такую кашу надо есть? Да, каша с яйцом и с мясом. С вареным опять все. Мясо с собой добавлю. Он малютка, поэтому ему надо. Ну, надо все отваривать. Он питается переваренным, то, что отрыгивает его мама. Я ему не могу аж отрыгивать в клюв. Поэтому я ему почему? Не хочу, потому что. На, кушай. На.
Не так. Хочет. Хочет, на. Открывай. Открывай клюв. Ну, сегодня уже три ложки съел. Открывай. Это вкусно. О. Он калкает. Владимир, ты тоже какаешь. Он калкает каваеву. А, калкает. Ого, как открывает. Угу. О. Садила. Ложечку за маму, ложечку за папу. Сорока, ворона, кашку варила, деток кормила. Так, ну ты, конечно, пол ложки выбросил, но это тоже хорошо. Что он потом может с пола клевать еще, он банан с пола выклевал. Ты заелся. Не как ворона, а как свин. Ладно, давай, нам надо ехать, мы тебе ложечку туда ляпнем. Сейчас я еще одно видео сниму. И... хочу перебрать тут у себя в шкафу. Обувь, как я уже говорила, но так руки не дошли. Деткам из неблагополучных семей. Ну, тут сейчас хочу перебрать обувь, которая есть лишняя, которая не нужна, ее отправить. Так, сейчас посветлее сделаю. Так, тут, ну, это мои сапожки, я в них еще хожу. Что у меня еще есть? Куча этих. Переберем. Так, тут. Так, ну тут такие кроссовки с дыркой на пальце. Я думаю, их нужно просто вытянуть. И никому такие не подойдут. Так, вот эти вот хорошие можно отправить. Но к ним, конечно же, надо будет еще... Так, вот эти шлепки, наверное, нам тоже не нужны. Вот эти шлепочки нормальные, они тоже мы можем их отправить. Так, тапок один, это у нас теперь была нога поломана, у нас теперь тапки по одному бывают. Так, ну эти пока оставляю еще. Ты мне помогаешь, да, пришел? Так, вот эти вот Настя у нас уже год их не носила. Это, видите, как их модные. Эти я еще ношу. Я забыла, кто они называются. Эти я еще ношу. Хорошо, я для деток постарше, поэтому твои я вообще не рассматриваю. О, вот второй тапок вот этот. Радомирчик. Просто у меня потерялся один. А что у нас туда залетело, Радомир? Тапок, Настя. Ой! Все, достал? Да, как он туда упал? Да, вот это вот не очень удобно, эти полки. Вообще я их никому не рекомендую, такие полки. Надо покупать другие. О, опять вывалился. Ну, давай их на этот ящик. Так, Радомир, а вот это у тебя, они уже порванные. Давай мы их выкинем. Нет, дай бы... Нет. Они мне еще нужны. Зачем они тебе нужны? Носить буду. Ну, как ты их будешь носить, если они порванные? Там уже дно отпало. Ой, тут пыли надо попротирать. Так, а вот эти как раз мы меряли. А вот эти, по-моему, тебе уже малы. Или нет? Ты их мерил? Померяю. Померяй, пожалуйста. На ногу. Так. И кроссовочки. Но эти мне нормально не давят. А вот другие у меня там есть. Нет, они еще большие на меня.